Новая площадка для увлекательного досуга появилась в нашем городе. Территория вокруг Центра декоративно-прикладного творчества в микрорайоне Рудничный превратилась в необычайное подворье. Теперь все желающие староскольцы смогут осваивать здесь народные ремесла. Накануне прошло торжественное открытие творческой площадки. Впервые во дворе Центра декоративно-прикладного творчества так шумно и празднично. На открытие необычайного подворья приехали не только местные мастера, но и гости из Губкина. Соседи представили традиционную куклу, лоскутное шитье, сута, шивое лаковоляние, ткачество и роспись по дереву. Выставки мы подготовили. Вот у нас есть такие наши новые сувениры. Это магниты на холодильник. Это ручная роспись. Расписывают наши мастера именные магнитики. Вот они сегодня очень хорошо пользовались спросом у гостей праздника. Губкинские умельцы поделились секретами бисероткачества и вышивки. Творческие лаборатории развернулись прямо в беседках. В одной давали уроки росписи керамики, в другой учили ткачеству и набойки по ткани. Я делаю штампики на ткани, салфетку такую красивую. Это несложно. С огромным интересом присаживались, пробовали ткать. Честно говоря, душа болит, что многие промыслы просто уходят в никуда. Я думаю, это очень важно показывать нашим детям, взрослым, и показать это все на практике, чтобы они посмотрели это руками своими, попробовали. Вот, и, может, даже кто-то заинтересуется. Больше всего участников собралось у гончарного круга. Я впервые трогаю глину в руках, впервые с этим искусством столкнулась. Мне очень интересно, всегда мечтала попробовать. Но очень приятно рукам, легко. Тем более мастер хорошо рассказывает, вся обстановка. То есть мечты сегодня сбываются. Здесь же можно было и освоить азы лепки староскольской глиняной игрушки. К слову, на необычайном подворье она ожила. Мы приехали сюда со своей программой, с народным ансамблем песни «Пляски Русь». Много очень различных мастерских, замечательная концертная программа. Дети, которые пришли на этот праздник, сегодня очень радостные и довольны, с удовольствием танцуют, водят хороводы. С удовольствием бы я попробовала лепку из глины, всегда было интересно, особенно работа с гончарным кругом. Мы обыграли слово «обычай», и теперь вот будем стараться обустроить эту территорию, которая, можно сказать, забыта всеми, для того, чтобы здесь масштабно проводить какие-то крупные мероприятия, чтобы эта площадка стала одной из крупных площадок в Старомосколе, где можно проводить такие вот мероприятия в народном стиле. Народные гуляния, народные ярмарки. Планируем проведение здесь каких-то квест-игр, познавательных каких-то мероприятий, мастер-классов по народным промыслам. Вот. И надеюсь, что все это у нас получится. Планируется, что праздники на необычайном подворье будут проводиться даже зимой. Оксана Шиманович, Сергей Иваниченко, Денис Остапенко, 9 канал.